Пацаны, привет всем. Может, кому-то и не интересно, но снимаю как бы для истории весь тех процесс. Тонул, уже пошла вообще, он тут кизяк пошел полный. Просто полный кизяк. Ой, хорошо, что есть, ну, камыши. Дубасим. Вот так вот и шел, пока была вода, не мог рыть. Поставили насос, откачали, вот просто думают, что песок рыть легко. Ничего подобного. Оно, блин, садится он и все, и железо. Вот воду, насос он повесили, опустился ниже, смог он. Сейчас откачивается вода, копаем. Уже вот так вот нарыли. Исторически, как говорится. Для истории, для памяти. Потом на старости лет или детям посмотрят, как на колесном экскаваторе топим его. На лысой резине. Ну, все нормально. Некоторые говорили, что металлолом. Металлолом, да. И он работает. Еще ж умение и понимание. На хорошем все могут. На гусеничном, на болотном. А вот так вот. Приходится изучать велосипед, братья. Все нормально. Гляньте, мягко как. Чмокотит он. Вода выступает он. Видно вам? Блин, вот тут сейчас самое сложное место. Ну, будем пытаться отпихиваться. Как-то так он. Сейчас насос включу. Вот так вот это все выглядит, наша постановка вопроса. Так что, братья, занимаемся. Может, я говорю, кому-то не сильно интересно, но как бы для себя больше, для детей, чтобы хоть что-то оставить в этой жизни. А то сейчас они уже все в этих айфонах, телефонах, надо, чтобы видели хоть. Так умеем или не умеем, но что-то робим. Как некоторые говорят, а что робить? Берем и делаем. Потихоньку, не спеша. Спешить нам некуда. Главное, что копается. Песок он пошел. Ненавижу рыть в песке. Оно обваливается все. Самое лучшее в глине. В черноземе, в глине. Так что вот так вот. Все. А, дождь у нас. Замерзает все. Гололедище. Страшный. Сюда еле выехали из дому. Ну, именно стекло. Вон, дождь идет, пацаны. Ну, как обычно. У нас же не бывает все хорошо. Так что бери мяч и забивай голы. Все, работаем, братья. Пацаны, обед. Опа. Говорите, автономка. А где бы я взял бы себе огоньку бы, да? А так, хопа, сосисончик жарится, греется, все шикарно. Главное эти электроды брать у они, они лучше. Сосиски на них жарятся. Ой. Вот так вот мы копаем. Дождь у нас, мороз. Замерзает все, тихо-тихо, сейчас спалю. Видите как? Копать еще до угла метров 150, наверное. Ну, оно не видно. Сейчас он пообедаем. Сосисончик нажарим. И все четенько. Да, кайф. Просто кайф он. Все хорошо. Копаем. Мы не ищем легких путей. Видите как? Все. Запашок уже пошел. Плохо, что нету функции у телефонов, чтобы запах отдавать и вам. Как тут сексуально, видите? Опа, кабака греется, видите? Раз-раз, все четенько. Все хорошо. Потихонечку копаем. Вода, конечно, дубасит. Потом выйду, покажу. Со страшной силой. Просто топит меня, но ничего. Мы решим и эту задачу нелегкую. Так что, вот так вот у нас обедик идет, пацаны. Сейчас, наверное, открою вам, покажу вам.
сейчас, как вода дубасит. Вот там видно, че не. А ну сюда. Вон видите, как прет. Дождь, мороз. Ой. Ну ничего. Сейчас сосисончик дожарится. Все будет тип-топ. Как говорится, иси-диси. Гляньте, сколько уже прокопали. Дубасим он, блин. Туда еще рыть, вот там еще рыть, вверх еще рыть, метров, наверное, 60 в два захода, вправо-лево. Ну, короче, еще на неделю, а еще ехать надо еще в одно место, даже в два. Что-то все захотели купаться. Новый год на носу, декабрь месяц. Ну, ничего, гляньте как. Сексуально, да? Потихонечку. Ковшик за ковшиком, он ямы, ну, не видно отсюда, как там, как я проваливаюсь, оно видео не передает, он там колеса все, ну, потихоньку дубасим, ребята, все хорошо, Татра уже почти готовая, он, вот там я накопал уже сколько, но еще много рыть, половину еще не выкопали, ну, ничего, как-то так. Сосисончики нам помогут, пацаны. Видите как? Хоп-хоп-хоп. Ладно, работаем. А то холодно. Двери нужно закрывать. Что-то меня, пацаны, сосисочка не зацепила. Одна оставалась. Я вон себе ногу раз. Дикого страуса сейчас подогрею. Гляньте как. Красиво все, блин, получается. Работа должна, как говорится, нравиться. А если она не нравится и не в кайф, и себя ущемлять в чем-то, тогда лучше и не жить. Он раз, сосисончик засол, сейчас кофейка еще запьем, термос я взял с собой, сегодня ножка у нас дикой индейки на второе, видите как, хопа, так можно работать, сосисочки, романтика, природа, тишина, супер, вы видите как сейчас его подогреем, и все будет у нас тип-топик, братья. Так что надо, чтобы работа, я говорю, давала кайф. А когда не в кайф, лучше не работать. Все, пацаны, обедаем, копаем дальше. Так, братья, залез на экскаватор. Гляньте, глубина. Почти рукается сжата. Или не рукаясь, стрела, не важно. Глубина сейчас здесь около 3 метров. Вот там он я уже копнул чуть-чуть. Еще вот там вот еще рыть. До окончания камыша, он, видите, камыш кончается. Балка стоит еще. Ну, там 100 метров, и здесь я метров 100. Да не, меньше. Короче, еще 150 метров копать. Что-то обваливается там. Короче, вот такая ситуация. Уже ночь наступает. Мы еще роем. Вот зачем нужен мне бульдозер ЧТЗ. Потом все это, наверное, будет разгорнуть, насыпать. Что там обваливается все. Вода, конечно, дубасит страшно. Не успеваю рыть. Сколько уже накопал сегодня. Ширина, наверное, метров около 8 примерно. Вот регулирую шириной, чтобы земля не сыпалась обратно. Как бы цель здесь я накидать грунта побольше, максимально, чтобы была дамба, и затопить лужайку маленькую. Ну, там уже суше, еще метров 15, наверное, и все, и уже будет сухо. Так что вот такая ситуация. Дедушка мой работает, некоторые
там говорили, писали, что металлолом, да. Металлолом все оно, только новое, когда его ты отработаешь? Никогда. А при наличии мозгов всегда охота лучше, больше. Но надо исходить из этой ситуации, которая есть. Так что вот так вот. Вот такая вот панорама вырисовывается. Вот это все нужно обкопать. Как-то так. Еще много рыть, ну ничего. Все, ребят, всем привет. Всего самого наилучшего. Не болейте. Отдыхайте. У меня сейчас пока не сильно получается. Ну, то уже такое. Все, пацаны, всем привет. Пацаны, вечер не бывает добрым. Уже на окончании работы обломал шлангу на отвале, блин. Сейчас будем ее репетировать. Тут, конечно, сложно все сделано. Один разъем шланга. Для чего это, я не знаю. Сейчас его обварим, вот тут во. Еле вылез с багна уже ночью. Сейчас вот так вот ее заварим и хай работает, блин. И по ночам работаем, видите? Камыши попадают, земля под отвал. Я стараюсь отвал даже не трогать. Знаю, что в основном отжимаюсь и отпихаюсь на отвале. Ну, бывает не идет, приходится тянуть себя. Вот это вот, оно все намерзает, лед. Отломала шланочку, но сейчас мы ее полечим.